Что-то она одеревенела. Крепкие стали. Как-то для меня дошло, что надо в коробочке прессовать его. Сейчас в этом районе, потом через полчаса в другом районе. Все зависит от погоды, когда плюс начинается, уже дрожу. Только бы выдержал. Розенбаум возил. Игорь Дмитриев, Куравлева. Я лето люблю, чтобы Монферранчик не обиделся. Людям нравится, и мне приятно. Вода, поливая водичкой, чтобы он корочкой покрылся. Так, уже начинает замерзать. Оттаяло оно здорово, тем более еще дождь был. Ну, вроде как выдержало еще более-менее. Ну, конечно, мелкие детали, вот эти все вот вырезы, они, конечно, уже потекли. То есть они стали менее заметны, они так были ярко выражены. Я специально старался отобразить так, как его спас на крови. Ну вот как раз вот на этом месте как-то вышел в 2010 году. Тут дворник набросал большую кучу снега. Чуть ли не до первого этажа. Поэтому у меня было возможности творить все что угодно. Но я ходил к ней, думал, что такое можешь сделать. Ну, сделал такую небольшую башенку с пушкой. Вроде всем понравилось. Пошел дальше, сделал стену, потом и следующую башню. Потом сделал кремль небольшой такой. Смотровая, пороховая башня. И потом дальше все как-то пошло само. Думаю, в следующий год раз, опять зима, думаю, что-то надо уже другое, уже повторяться что-то уже не хочется. Ну вот сделал фрагмент Исаакия, ну так, просто купол сделал такой, с заборчиком таким резным. Так вот решил каждую нашу достопримечательность отобразить в снеге. Исаакий сделал, Петропавловку сделал, Расставленную колонну сделал. У нас больше таких крупных объектов-то и нету, а только церкви одни. В этом году я решил Спас на Крови сделать. Конечно, вот это у меня первая работа такая за 12 лет. Именно Спас на Крови. Здесь очень много деталей, которые надо вырезать. Я пилочки вот по 4-5 часов вот это все вырезал, вот все мелкие детали. Это было, конечно, очень сложно. Снег допрессованный, я его прессую в коробках, а потом вытаскиваю, но мягкий. Но когда вырезаю, он вырезается хорошо. Потом покрываю пульверизатором, он держится. Ножовка по дереву большая, чтобы мне большие куски пилить снега. Пилочка по металлу небольшая. Веничек смахивать и пульверизатор. Все, у меня больше никаких инструментов нету. Я рисовать даже не умею. Я был вообще далек от искусства. Вдруг почему-то как-то вышел, и так пошлось, и удивляюсь. Ну что-то говорит, наверное, дар свыше пошел. Лет 40 бы назад, так мне пришло в голову, может, я уже каким-нибудь профессионалом был. Я водил такси всю жизнь, 40 лет, больше 40 лет. Ну, там были перерывы такие, но все равно я таксовал. И сейчас даже на пенсии я все равно таксую. На пенсию далеко ты не едешь, поэтому приходится подрабатывать.
Тогда это таксист считался второй после официанта величиной по заработку. Тогда, если ты 10 рублей тогда было еще, и ты принес свои чаевых, это была вообще сказка. Сейчас, как сказать, если тебе работать плотно, можно очень хорошо зарабатывать. Я-то целыми днями не работаю, конечно, мне это как-то не нужно уже. Романтика тоже интересна. Все-таки ездишь по всему городу, смотришь дома, достопримечательности, очень красивые, есть прям дома, пряники такие, ой, расписные. Я же все время езжу, где-то с пассажиром высаживаюсь, смотрю, какой он дом красивый. Я его обязательно сниму, потому что мало ли, потом когда-нибудь пригодится. Все на глаз. Примерно, да, кучу кого-то набрасываю, смотрю уже, куда чего поставить. Я так знаю, как и выглядит, но какие-то мелкие детали. Я из интернета скачиваю все бока, вверх, низ, и все. И в телефоне держу. Что надо посмотреть, телефон вытаскиваю, посмотрю, чтобы было более-менее точно. Ну, конечно, замерзаю, хожу греться. Да, ну и краска тоже начинает замерзать. Вот это вы видите, что надо переделать. Ну, выдержала уже. И дождь, и мокрый снег выдержала. Ну, держится. Сейчас посмотрим, как сколько это будет держаться. Проверим. Пока еще точно не знаю. Крепость была у меня покрашена. Петропавловка был, купол у меня был золотистый. Исаки тоже. И сейчас решил, вот, чтобы Спас хоть как-то был похож на Спас, вот решил покрасить, потому что у нас больше такой раскраски на куполах нету, только у нас. Ну, еще есть Василий Блажен, но это в Москве уже. В основном я не крашу, потому что это очень долго, это я до лета буду красить. Кого только не приходилось возить, господи, ну, и проституток, и карманников. Садятся в такси, поедем, говорит, за автобусом. Останавливаем, автобус на остановке, я за ним останавливаюсь. Один выходит или два выходят, садятся, едем за автобусом дальше. Выходят те, которые сели, следующие залезают еще два человека туда. Ничего не делают. И смотри, кошельки только в окошко выбрасывают. Как я только увидел, что они этим занимаются, я сразу говорю, до свидания, ребят. Розенбаум возил. Игорь Дмитриев, Куравлева. Заказ поступил, раз, смотрю, Куравлев, только с ним поговорил там, с Дмитрием разговаривал, в аэропорт его вез, как сейчас помню, хотя прошло уже 40 лет уже. Помню, он говорил, что вот «Принца Флоризели», по-моему, он снимался. Ведь еще в старой-то одежде сели в такси, поехали, все на них смотрели, нафига, что это за одежда такая у них странная. Я все время... Каждый год здесь делаю пьедесталы, на них сделаю древнегреческие вазы. Но сейчас пока времени нет, вот я вот уже поставил, они уже растаяли. А эти колонны, это вензеля или монограммы наших императоров и царей. Там Петр I, Екатерина I, Екатерина II, Николай I, и там Елизавета Петровна, это дочка Петра I. Вот это сверху вот, ну, чистый снег, а вот, кстати, он грязный. Вот видите, черный уже такой, уже серый. Вот с дороги здесь приезжают, собираю его и набрасываю. Чистый набросал, потом грязный. Чистый, грязный. Он потом замерзает и обрезает, получается, пластами, как мрамор. Все время раньше делал их чистыми, ну, чтобы был чисто белый. Один год, года два тому назад, начал резать, бац, и попался у меня грязный. Черт, она переделала. А потом подумал, ай, нетушки, это же хороший мрамор получается. И как-то потом пошло, и стал набрасывать так. Некоторые проходят так. А что это вы, говорит, столбы поставили вазы? Это что, это же мраморные столбы? Я говорю, ну, конечно, да. Сейчас такси совсем немножко другое стало, чем тогда было, в мое время. Им сейчас проще работать. Сейчас все эти гаджеты, то есть навигатор поставил, он тебе довезет, тебе куда угодно, адрес забей и
привезет тебе прямо туда, куда надо. А раньше такого же не было. Раньше надо было все в голове держать. То есть как я закончил курсы при партии прямо. Ну вот, и меня сразу раз и бросили на линию. Все, как щенка, вот как хочешь, так выбирайся сам. То есть пассажир, ну, поначалу, конечно, было, пассажир садится, вы знаете, я говорю, только что недавно на линии, еще пока город плохо знаю. Показывают, запоминаешь, и все, и потом только спокойно уже едешь, и уже знаешь, куда ехать. Я сейчас тоже пользуюсь навигатором. Ну, что мне сейчас голову забивать, мне и так уже голова уже флешкой вся переполнена. На такси. Я, ну, до 10-11 утра я работаю, потом прихожу, вот часов до 5. Как начинает темнеть, мальчик уже старенький, уже зрение не то, и мне уже эти вот финтиклюшки же темно, конечно, делать. Вот, только в дневном свете. Тут каждый день фотосессии проходят. И со мной снимают, и без меня снимают. Как-то в интернете пошло, и то рядом все приходят. В других районах уже даже приезжают некоторые посмотреть. Все благодарят, просто, говорит, настроение нам даете. Было такое настроение плохое, я прохожу, смотрю, такая радость, тут красота. Некоторые даже перекрещиваются. Там видели, денежку положили, кто-то вчера положил денежку, так и оставил. Другие цветы кладут, кто-то конфеток положит. Потом в этом году пока еще не было, а вот и саки разломали ногами, и вазы все разбили, и саки раздолбали, и все. Ну, это видно, какой-то молодняк какой-то, мне кажется. Делать нечего. А вон, смотрите, видите, кто уже ударил он ногой. Он надо на этом самом кусок выбрал. А так они вообще вон. Крепкие-крепкие стали. А в основном, что-то делаешь, детишки подбегают, им же все интересно. Там, когда были пушки, так хватит за пушку. Оторвали что-нибудь, что-нибудь еще такое. Любопытность. Сейчас в этом районе, потом через полчаса в другом районе. В те времена и сейчас человеку плохое настроение, если он тебе может его испортить. Но я на это не реагирую, так промалчиваю. Бывает, но это очень редко. А так в основном, если человек хочет со мной разговаривать, я пожалуйста. Я помню раньше, когда была инструкция еще в советское время такси, там было написано, если ты будешь доедать пассажиру, это нехорошо. Пассажир сам должен тебя вынуть на разговор. Не нравится общение с людьми, то есть не сидеть на одном месте. Я город так немножечко так знаю, так скажу прямо на отлично, но знаю все Спасы, там все вот эти казанские, сакинские, это все. Ну, когда из другого города, вижу, что они вот друг у друга спрашивают, а что это? Говорю, хотите, расскажу вам, что знаю. Хочется свой город же как-то изобразить хоть в снеге, потому что некоторые дети вот ходят, некоторые не знают. Не ходят туда, хоть посмотрят, хоть здесь, хоть что-то такое предельное. А летом у меня дача, огород, строительство, но еще у меня хобби мое. Я хожу по полям с металлоискателем. Еду на дачу. Полей-то у нас полно сейчас. Кто пашет, кто не пашет. Смотрю, поле вспаханное уже. Я раз туда и хожу. Вот нашел уже много. 8 серебряных, где-то штук 60 медных. Как-то 2 года назад я увидел в интернете пятак Екатерины II. Я так загорелся его найти. И 2 месяца назад, в октябре, в конце октября, я его нашел. Она такая здоровая, тяжелая, красивая. Надо чем-то заняться. Вот я нашел себе занятие. И весной, и осенью, и зимой. Хоть движение. Я думаю, движение. Не сидеть дома.